Какие требования существуют для перевозки ребенка в автомобиле? В настоящее время для перевозки детей, перевозку детей необходимо осуществлять в специальных детских удерживающих устройствах. Для малолетних и новорожденных детей это автолюльки, а для детей старшего возраста это специальное кресло. Удерживающие устройства у нас имеют определенный свой класс и подходят для разного возрастной группы, а также весовой категории. Данная информация размещается на специальных удерживающих детских устройствах. И для каждого ребенка нужно подбирать данное устройство, исходя из этих параметров. Обращать внимание на то, что указано на устройстве самом. Приглашаем за покупками в Мегамаркет Континент. Для вас огромный выбор одежды и обуви для всей семьи по низким ценам. Вас ждут в Доме торговли по адресу переулок Революционный, 6, 2 этаж.